Вітаю, це «Тема дня» в студії Катерина Лисюк. 11 вересня в Миколаєві за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку відбулась конференція бізнес-консалтингу. Бізнес-консультанти підвищували професійну кваліфікацію та налагоджували контакти з колегами та майбутніми партнерами, представниками малого та середнього бізнесу Півдня України. Тож, хто такі професійні бізнес-консультанти та для чого бізнесу взагалі потрібні консультанти? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Артемом Вощеленко, головою Української асоціації центрів підтримки бізнесу, та Ельвірою Файзуліною, віце-президенткою Всеукраїнської асоціації консультантів з управління. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. І пропоную для початку переглянути відеоматеріал Федора Бондаря та Василя Філімона якраз з цієї бізнес-конференції. Прошу. Конференція зацікавила підприємців і бізнес-консультантів. Перші шукають професійних порадників, другі – замовників. Оксана Прохорова керує заводом з виробництва альтернативного палива в селищі Білозерка Херсонської області. Приїхала з конкретними запитаннями. Ким взагалі представлений ринок консультантів? Як він розвивається? Наскільки взагалі вирішує бізнес зараз питання за допомогою консультування? Чи тільки у нас такі проблеми? Подивитись, хто прийде, познайомитися з людьми, які в нашому регіоні надають ці послуги. Виявилося, це в Миколаєві зробити простіше, ніж в Херсоні. Ілля Котов – директор миколаївської компанії, що займається енергоаудитом. В процесі роботи для розширення кола клієнтів та підвищення власного професійного рівня отримав статус сертифікованого експерта Європейського банку реконструкції та розвитку. Консультанти – це така трохи незвична для українського ринку послуга консультації. І в нас немає справді культури споживання консультації, культури прогнозування, культури розробки спочатку якихось моделей, а потім перетворення їх у житті. Я гадаю, що буде фінансово недоцільно без консультанта вести підприємство. Тобто, якщо я візьму до штату просто юриста, котрий буде обслуговувати лише моє підприємство, по-перше, він буде як спеціаліст не дуже грамотний, тому що не буде пов'язаний із суміжними якимись областями. По-друге, для мене це буде витратно. Це ж стосується і управління персоналом. Якщо я візьму до штату людину, яка буде займатися персоналом, у неї буде дуже маленький спектр застосування себе. Мені б хотілося, щоб людина розвивалася ще в інших якихось підприємствах, і я купувала вже більш кваліфікованого спеціаліста. Треба, щоб кожна робота консультанта, вона давала якісь плюси для підприємства. Тоді економіка буде бустувати, буде розвиватися набагато скоріше, і що головне, підприємства будуть втрачати набагато менше грошей, бо не будуть вкладатися в ризиковані або інвестпроєкти, або інвестпроєкти, які не окупаються. Отже, пані Ельвіро, перше запитання: хто такий професійний бізнес-консультант? Профессиональный бизнес-консультант – это специалист, в первую очередь, который хорошо понимает, как устроен бизнес, как он работает. Для того, чтобы зарабатывать в этой профессии, необходимо иметь достаточно хороший бэкграунд. Это значит хорошее базовое образование, в первую очередь образование в бизнесе. Бизнес-менеджмент, MBA приветствуется, бизнес-школа. Иметь собственный предыдущий опыт – управление бизнесом как менеджер. Это приветствуется, потому что тогда он может быть не теоретиком, а практиком. Вот. И постоянно поднимать свою квалификацию, изучать, обучаться, делиться, для того, чтобы, поскольку знания устаревают очень быстро, нужно быть актуальным. Окрім тієї освіти, яку ви назвали, тобто менеджмент, які ще по спеціальності, професії можуть, люди з якими спеціальностями можуть стати консультантами, бізнес-консультантами саме? Знаєте, тут можна посмотреть на статистику. Если посмотреть зарубежные ассоциации и у нас на рынке, это тоже характерно, скажем так, базовую такую большую долю занимают экономисты. Дальше идут люди с психологическим образованием. Дальше есть, ну,
Есть люди, которые попадают из совершенно неожиданных сфер, например, из инженерных сфер, из технических вузов. Но вот экономисты и психологи – это то, что сейчас так, больше половины занимает. А взагалі, тобто, чи необхідно мати якусь вищу освіту, аби стати бізнес-консультантом? Або, можливо, можна мати середню освіту? Нет. Значит, ну, безусловно, когда мы говорим о профессиональном бизнес-консультировании, как любая профессиональная деятельность, она предусматривает, что человек, который берется предоставлять свои услуги другим, сам должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки. Поэтому, безусловно, это очень хорошее, очень качественное базовое образование, то, о чем говорила коллега. Это обязательно наличие определенного профессионального опыта. Ну, вот среди бизнес-консультантов говорят, да, что судьба периодически возвращаться в реальный сектор, а затем снова идти и уже обогатившись дополнительными профессиональными компетенциями, работать дальше в качестве консультанта. Поэтому, ну, к сожалению, со средним образованием это уже не консультирование. И вот сегодня, в частности, на конференции об этом и шла речь. Каким образом обезопасить бизнес от недобросовестных предложений услуг? И одна из задач, которые решают вот такие вот профессиональные объединения, как Украинская ассоциация, которую представляет Эльвира, как Украинская ассоциация центров поддержки бизнеса, то есть наша задача в том, чтобы мы гарантировали бизнесу доступ к высококачественным услугам и могли это гарантировать. Тогда, получив доступ к профессиональным консультационным услугам, к качественному бизнес-образованию, инструментам повышения квалификации, тренингам и так далее, мы можем быть уверены, что бизнес станет более компетентным, получит те дополнительные преимущества, ради которых он и обращается за консультацией. Трохи пізніше ми ще повернемось до цього запитання. Дивіться, у сюжеті був Котов, здається, прізвище у героя. Він і підприємець, він і консультант. Наскільки часто поєднуються дві ці особистості в одній особі? Консалтинг – это сфера предпринимательской деятельности. То есть это отдельный рынок, на котором люди вошли, рискнули и не пошли в консалтинговую фирму, а открыли свое. То есть здесь предпринимательство прекрасно сочетается. Вопрос в том, что если ты выбрал эту профессию, то, будучи в ней предпринимателем, ты все равно должен работать по правилам рынка. А рынок говорит, что ты должен постоянно вкладывать свое образование, развиваться и для того, чтобы тебя покупали. Да. Ну и кроме того, вот мы сегодня вспомнили уважаемого коллегу, значит, в данном случае он совмещает и работу в качестве руководителя компании, технологической компании, и является сертифицированным консультантом с фокусом на вот ту технологическую сферу. В данном случае это энергоэффективность, энергосбережение, альтернативные технологии в энергетике. Уже такой широкий спектр выходит. Да. Поэтому, скажем так, в данном случае, когда это, скажем так, более узкое направление, очень часто руководители компаний, которые уже вышли на определенный профессиональный уровень, готовы часть своего времени в том числе и использовать, как предоставлять как бизнес-консультанты. Когда процессы в компании налажены, в принципе, руководитель может это делать. Есть отдельное целое направление, это менторство, когда, скажем так, более опытный руководитель помогает в более молодым, поэтому абсолютно нормальное объединение. Опять-таки, консультант продолжает получать и совершенствовать свой опыт, работая и в практическом бизнесе в том числе. Ви говорили про те, що постійно потрібно навчатися. Де саме підвищують кваліфікацію бізнес-консультанти? Ільвіро, будь ласка. В бизнес-школе можно повышать квалификацию. Мы предоставляем, работаем с бизнесом через продукты. Консультант должен конкретно называть, чем он может помочь бизнесу. Ситуация, когда он говорит, я сделаю вам хорошо, но она не годится. Консультант по управлению предлагает конкретный пакет услуг, по результатам которого он гарантирует клиенту возврат на инвестиции. То есть то, что потратил клиент, должно превыситься теми экономией, либо, наоборот, дополнительными деньгами, которые он благодаря этим услугам, консультациям получает. Вот.
А можно я еще тоже, да, вас тоже хотел бы добавить? Смотрите, мы когда говорим о том, что вот мы с коллегой представляем бизнес-объединения профессиональные, одна из задач, в том числе и наших ассоциаций, дать возможность членам ассоциации, там, в нашем случае это организации инфраструктуры поддержки бизнеса, в случае у коллег это консультанты по управлению, в том числе и повышать квалификацию в рамках профессиональной ассоциации. То есть мы работаем над тем, чтобы организовывать программы повышения квалификации, программы обучения внутри профессиональных ассоциаций. И в частности, вот лейтмотивом сегодняшнего разговора на конференции, которая проходила, была подготовка меморандума о создании Ассоциации профессионального делового обучения и бизнес-консалтинга Южного региона. То есть сегодня уже сформирован в среде консультантов Юга Украины, а принимали участие в сегодняшней встрече и коллеги из Николаевской области, Херсонской, Одесской, Запорожской, которые уже ощутили необходимость, в первую очередь, в объединении усилий. Я думаю, мы позднее немножечко поговорим, что это может дать. В том числе один из запросов – это доступ к высококачественному повышению профессиональной квалификации. Чому саме південь України? Чому взяли тільки чотири області, тобто Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька? Чому саме південь України охопила ця конференція? Ну, наверное, я отвечу, да. Это инициатива Центра информационной поддержки бизнеса в городе Николаеве. Скажем так, ощущая запрос бизнеса сегодня на доступ к профессиональным услугам, находясь в постоянной коммуникации с одной стороны с бизнесом, с другой стороны через нашу ассоциацию с коллегами из ближайших южных регионов, мы решили воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет консалтинговым компаниям и бизнес-консультантов Европейский банк реконструкции и развития, и, скажем так, собрать в Николаеве вот представителей именно юга. Ну, давайте так, мы патриоты города Николаева, и мы считаем, что Николаев – это действительно центр экономического развития юга Украины, по крайней мере, он может и должен им быть. Вот. Коллеги любезно откликнулись, нам удалось собрать очень профессиональную сегодня аудиторию для разговора, вот. Поэтому Николаев. Я зрозуміла. Чи є специфіка, чому саме на півдні? Ми зрозуміли, яка специфіка нашого регіону, тобто півдня України, для саме бізнес-консультації? Я продовжу. Да. Значит, ну, безусловно, есть специфика отраслевая. Мы с вами понимаем, какие индустрии у нас более развиты, какие индустрии мы хотели бы более развить. Ну, в частности, одним из проектов, который вот уже второй год плотно сопровождает Центр поддержки бизнеса в Николаеве, это формирование кластера морского сервиса. Безусловно, это наш. Это наша якорная индустрия. Мы хотели бы, чтобы она вернулась. Есть предпосылки к тому, что эта отрасль может развиваться более динамично, чем сейчас. И я не оговорился, развиваться динамично, потому что сегодня рынок судоремонта, в первую очередь, рынок малотоннажного судостроения, это то, что сегодня в Николаеве уже делается, и, скажем так, есть этому перспективы. Рядом есть Херсон, где тоже частично присутствует судостроение, судоремонт. Есть Одесса, там больше запрос как раз на судоремонт, потому что есть и судовладельцы. Безусловно, весь наш юг – это серьезный транспортный логистический центр. Это, скажем так, огромное количество портов, различных портопунктов, компаний, которые занимаются перевалкой грузов, значит, судовладельцев. Поэтому вот это логика, допустим, этой индустрии. Дальше, безусловно, сельское хозяйство. Мы уже коснулись транспортной отрасли. Значит, одна из перспективных направлений, конечно, это сфера туризма и услуг. Если в данном случае у наших коллег в Одессе здесь больше опыта, в Николаеве спрос постепенно тоже на развитие бизнеса в этой сфере растет. Поэтому есть, безусловно, такая вот определенная отраслевая специфика для юга Украины.
Ельвіро, розкажіть, будь ласка, інші, які інші в Україні користуються популярністю спеціалізації от саме бізнес-консультантів? Які ще бізнес-консультанти є на території України, якщо не захоплюючи вже південний регіон? А давайте ми ще попросимо Ельвіру, я думаю, це буде теж цікаво нашим зрителям. У нас сьогодні був дуже цікавий розговор о взагалі глобальних тенденціях. Ми повернемося до цього запитання, окей, давайте спочатку на це. Традиционно высоким спросом пользуется работа над стратегией. Потому что большое количество изменений, которые дергают наших предпринимателей, и попытка удержать внимание на всех этих пунктах приводит к тому, что наши руководители теряются и говорят, что же важнее делать, с чего начинать. Вот. И в этом смысле работа над стратегией – хорошая такая помощь, когда есть ответ на вопрос, что мы делаем в первую очередь, что для нас главное, куда мы идем. Дальше важный для нашей экономики в целом вопрос и специализация, связанная с оптимизацией процессов. Управление процессами, операции, так у нас называется специализация, направлена на то, чтобы компании научились считать свои затраты, научились конкурировать не за счет там, лоббирования, близости к тем, кто принимает решения, а за счет того, что они научились избавляться от лишних потерь и быть конкурентоспособными на ринках, не тільки на нашим. Тобто це мається на увазі не тільки між собою, так би мовити, так. Тобто на території України, а й за кордоном, тобто Євросоюз і далі. Да. Как раз, когда предприятие хочет и вынуждено выходить на внешние рынки, возможно, по нужде, возможно, как раз из-за того, что видит в этом перспективу, становится вопрос развития маркетинга и продаж. Как мы выглядим в глазах наших потенциальных покупателей, достаточно ли мы привлекательны, как нам измениться, как нам работать для того, чтобы нас покупали много. Тоже отдельная специализация сейчас очень востребована. Еще, безусловно, тот тренд, с которым сталкивается любое предприятие и организация даже не бизнесовая, это выход бизнеса в цифру, то есть онлайн, сопровождение активности через сайты, разработку сайтов, оптимизация процессов с помощью IT-технологий. Это сфера, в которой у предпринимателей, как правило, не такой большой опыт, и помощь консультантов здесь востребована. Этот сектор стабильно растет, на него хороший спрос, и это вот то, что в основном спрашивают. Я думаю, что коллега добавит, потому что в любом случае есть где-то акценты. Вот. Но в среднем вот эти главные продукты больше всего пользуются спросом. Я зрозуміла. Артема, щодо акцентів, які області або, можливо, частини України, де більший попит на які консультації саме? Ну, я хотів би, в першу чергу, сказати о том, що, от, учитывая, что, в принципе, процесс евроинтеграции, выход украинских компаний на европейские рынки, он все более активный, возникает потребность не только в консультациях в сфере управления, но и целый спектр достаточно специфических вещей, связанных с подготовкой продукции компании к сертификации. На соответствие... Цим також займаються бізнес-консультанти. Конечно. Значит, дальше, собственно говоря, процесс подготовки документации для работы с международными партнерами. Значит, в вопросах цифровизации здесь мы очень это чувствуем, этот спрос, потому что, в принципе, настолько сегодня активно развивается рынок цифровых технологий, что просто сотрудникам компании, даже руководителям, уследить за появлением новых инструментов просто невозможно. Поэтому обязательно нужен внешний эксперт, то есть люди, которые концентрируются на этом и которые могут предложить наиболее интересное как технологическое, так и программное решение для тех или иных задач, которые возникают внутри компании, либо при продвижении компании на внешние рынки. Поэтому точечных, да, сегментов, их тоже достаточно много. И вот сегодня тоже был разговор о том, что не всегда у компаний в одиночку, консалтинговых компаний, удается обслужить клиента в полном объеме. Найти, скажем так, рядом или в числе своих партнеров необходимих специалистов. Тобто це причина, цей розподіл, спеціалізація? Ні, це не причина, це, скажімо так, якраз от спрос. Коли необхідно компанії предоставити достатньо комплексний проєкт, необхідно привлекати
партнеров. И для этого ассоциации профессиональные, когда есть коллеги, которым мы можем доверять, которым мы можем быть уверены в их качестве, таких коллег мы приглашаем в такие вот комплексные проекты, где есть потребность и в консультировании там, в сфере управления, в сфере финансов, в сфере маркетинга, в сфере технологий. Часто это и вопросы, касающиеся возможного даже перепроектирования определенных технологических цепочек. Поэтому вот для того, чтобы иметь возможность обратиться и быстро привлечь качественно квалифицированного специалиста, для этого нам необходимо объединяться, для этого мы хотим работать с коллегами, с которыми мы говорим на одном языке, с коллегами, с которыми у нас общие профессиональные интересы, и в первую очередь с коллегами, которые могут подтвердить свое качество услуг. До речі, щодо якості послуг, взагалі, де знайти професійних консультантів? Якщо це невеликий бізнес, малий бізнес, шукаю, підшукую собі, хочу розвиватися, підшукую собі консультантів. Адже можливо просто натрапити на людину, яка отримала або сертифікат, або якийсь диплом, і прийшла, каже, ось мій диплом, я вам допоможу, давайте. Як уникнути цього, як знайти саме професіоналів? Сарафанное радио у нас еще работает, и многие советуют, особенно в малом бизнесе, говорят, я вот сходил туда, мне помогли. Рекомендуют так. Для того, чтобы база консультантов была, для того, чтобы ее можно было, скажем так, просмотреть и выбрать того, кто тебе нужен, нужно еще много что сделать. С одной стороны, я думаю, вы расскажете о том, что такая база собирается, и, безусловно, региональные центры поддержки бизнеса, которые поддерживаются ЕБРР, в этом в помощь. Я бы рекомендовала в первую очередь обращаться туда, потому что помощь, которую делают там, они делают это бесплатно, и они сами эти услуги предоставлять не будут, поэтому можно поверить в то, что они не заинтересованы в том, чтобы кого-то конкретно лоббировать. А чому саме Європейський банк вирішив підтримати таку ініціативу? Чому саме він? Ну, дело в том, что да, данная инициатива действительно реализовывается в рамках большой программы EU for Business. Это проект Европейского Союза. Ну, скажем так, в рамках политики Европейского Союза, политики партнерства с Украиной, в рамках подписанного договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом, у наших европейских партнеров есть такой же интерес в нас, как в партнерах по бизнесу, чтобы мы говорили на одном языке, чтобы Украина была экономически стабильной. Стабильность экономики – это малый и средний бизнес. Успешный малый и средний бизнес должен иметь доступ к качественному бизнес-консультированию, к качественным профессиональным знаниям, ну, конечно же, к доступным финансовым ресурсам и так далее. Но в данном случае вот этот проект решает задачи доступа к качественному профессиональному бизнес-консультированию, то есть к знаниям и доступ к обучению. И вот один из инструментов, который вот позволяет малому бизнесу встретиться с профессиональными бизнес-консультантами, это вот такие вот мероприятия, которые уже третий год проходят в Николаеве и Херсоне в рамках работы Николаевского центра поддержки бизнеса. Поэтому вот на таких мероприятиях происходит встреча. Ну и нужно сказать о том, что Европейский банк реконструкции и развития сформировал целую базу данных украинских и международных консультантов, которые прошли определенную процедуру сертификации в ЕБРР. И вот коллега, который сегодня выступал, Илья Котов, один из вот этой большой группы консультантов, уже, как говорится, апробированных, проверенных и доказавших свою квалификацию на уровне требований ЕБРР. И еще один тоже полезный аспект – это то, что в рамках этой программы есть возможность получить, скажем так, софинансирование, то есть фактически грант на покрытие 50%, а в некоторых проектах до 80% стоимости консалтинговых услуг от ЕБРР. Поэтому это вот такой вот взаимный, как говорится, интерес. Я зрозуміла. В нас залишається дуже мало часу, тому останнє запитання. Наскільки миколаївські бізнесмени взагалі довіряють консалтинговим компаніям або бізнес-консультантам-фрілансерам? І наскільки це необхідно зараз саме миколаївським бізнесменам? Прошу. А ви, наверное, начните, учитывая, что мы уже не первый год, да, с вами эту работу ведем.
Яка зараз ситуація і наскільки активно використовуються їх послуги? Ми сьогодні запустили такий опрос, наскільки ви вважаєте в Ніколаївській області востребован бізнесом консалтинг. Угу. І отримали, що ринок розвит недостатньо слабо. Консультантам ще не так вірять, довіряють, як нам би хотілося. І в цьому сенсі дуже багато потрібно зробити нам. І для ринку, місцевого ринку, є куди рости, і в цій професії можна там зробити собі кар'єру, заробити, тому що тут зараз дуже хороші можливості. Я зрозуміла. Да, значит, ну, смотрите, действительно, несколько аспектов. Вот мы с прошлого года, понимая, что фактически спрос существует, но вот действительно для того, чтобы побороть вот это где-то недоверие, где-то непонимание, а как же доверить, извините, инсайдерскую информацию о своем бизнесе внешнему специалисту, да? Вот как поверить в то, что действительно это поможет. И, как правило, это услуги, которые не дешевые, то есть качественный консалтинг, он не бывает дешевым, потому что это высокая профессиональная квалификация. Для этого вот мы и проводим такие мероприятия, где, во-первых, позволяем бизнесу встретиться с консультантами, во-вторых, консультантам стать более профессиональными, объединить усилия для того, чтобы, скажем так, вот этот вот барьер недоверия лучше преодолевался, а главное, компании, которые воспользуются этим, могли рассказать о том, как они стали более конкурентоспособны. Сейчас час нашей программы уже сплинув. Дякую вам за цікаву розмову. А я прощаюся з вами, шановні глядачі. На все добре.